ما حكم تعلم أحكام التجويد ومخارج الحروف؟ Уважаемый шейх, каков хукм изучения таджвида и артикуляции звуков для того, кто ищет знания? Коран – речь нашего Господа. Говорит посредством него наш Господь. И Джибриль не спустился с ним к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И слышал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот Коран от Джибриля, алейхиссалям, и дал услышать его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всей общине. Коран основан на передаче. Чтецы и знатоки Корана обучали людей этой книге, Коран. Коран передавался из уст в уста со своим таджвидом и своей артикуляцией звуков. Затем ученые вынесли решение и установили правила к произношению букв, правильному чтению таджвид. От верующего необходимо, чтобы он читал Коран так, как он был ниспослан, и не чрезмерствовать в его произношении, в таджвиде, так, что это помешает размышлению над Кораном. И некоторые люди чрезмерствуют в таджвиде, в произношении, особенно там, где буквы тянутся так, что это отвлекает его от размышления над его смыслами. И он не переживает за свое чтение. И может быть так, что некоторые из них проявляют чрезмерную строгость в артикуляции звуков, то есть места выхода букв, и делают это очень сильно. От читающего Коран требуется читать так, как он был ниспослан, как это передано учеными, заботиться о правильном произношении букв и артикуляции звуков, и каждой букве отдать ей право, которое она заслуживает, однако без лишнего фанатизма. Как следует, и нам необходимо знать, что из шариатского общеустановленного правила, что Аллах не возлагает на душу то, что и не под силу. И пусть человек не возлагает на себя, кроме как то, что ему под силу. Быть может, читающий Коран не сможет освоить артикуляцию звуков, то есть места выхода букв полноценно, и он не будет спрошен за это. Не является для него обязательным ваджибом то, что ему не под силу. Необходимо акцентировать свое внимание на то, что он может, особенно учитывая то, что языки разные, диалекты разные сегодня. И для некоторых мусульман артикуляция звуков может даваться очень тяжело. Им следует стараться по мере их возможностей. И не следует его порицать или обвинять в грехе за то, что ему не под силу. Это вещь, к которой нужно относиться внимательно. Не нужно быть из числа тех, кто проявляет чрезмерность, и тех, кто проявляет упущение. И я, дорогие братья, делаю наставление каждому мусульманину читать весь Коран или некоторую его часть с чтецом Корана, тем, кто умеет читать Коран, и брать от него чтение Корана. Это и есть сунна праведных предшественников. И таким образом ставится правильное чтение Корана.